Что касается бензинов наших, евро 3, евро 4, евро 5, они отличаются по содержанию именно бензола и последняя марка по содержанию серы. Там еще более жесткие требования, чем мы выпускаем сегодня. Ну, казалось бы, что такое бензол, если вы помните из школьного курса там, или учась в другом учебном заведении. Бензол, он, собственно, состоит из углерода и водорода, и вроде при сгорании должен превращаться в углекислый газ и водород. На самом деле, при сгорании бензол или с топлива, часть его превращается в бензопирен. Это вредное вещество, которое считается канцерогеном. Вот как раз в этом направлении мы сегодня работаем. Сегодня перестали применять в процессе технологическом такое вредное вещество, как фенол. С чем это было связано? В настоящее время та же программа модернизации предусматривала, что завод будет акцент делать больше на производство топлив. Если раньше мы говорили, что наше предприятие топливно-масляного направления, то сегодня жизнь заставляет выбрать именно направление топливное. С чем это связано? Ну, чтобы довести до ума наше производство, масляное производство, требовались большие вложения. И наряду с этим мы должны иметь сырьевую базу для производства масел. К сожалению, те нефти, которые мы применяли раньше для производства масел, к нам уже не поступают. Ну, так жизнь распорядилась. Волгоградские нефти к нам поступали по железной дороге. И в последнее время, наверное, в 2001 году мы прекратили получать нефть со стороны Казахстана, с которой тоже мы получали компоненты для приготовления масел. Ну и на сегодняшний день, я откровенно скажу, конкурировать с такими предприятиями, как Волгоградский завод, там Пермский завод, очень сложно, потому что у них сырьевая база совсем другая, чем наша. Здесь ничего такого трагического я не вижу, ну и мы не видим. Но, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло, зато фенол не применяем.